Это Live, прямой эфир. Спасибо, что вы с нами. Награда нашла своего президента. Владимир Путин поздравил киргизского лидера Алмазбека Атамбаева с юбилеем и вручил орден Александра Невского. В ответ лидер республики заключил российского президента в крепкие объятия. Атамбаев награжден за большой вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Кыргызстаном в духе взаимного доверия и стратегического партнерства. Путин отметил, что у Александра Невского была особая роль в истории. Великий князь мудро выстраивал отношения с Западом и Востоком, не забывая об интересах своей страны. Президент уверен, что Атамбаеву, который хранит воспоминания о самых лучших страницах совместной истории двух стран, этот орден подходит наилучшим образом. В ответ Атамбаев назвал российского лидера не соратником и братом, порадовался укреплению российско-киргизских отношений, признался, цитирую, что «наши отцы не зря воевали вместе». Напомню, сейчас президент России находится в Бишкеке на саммите Содружества независимых государств. Накануне лидеры сделали совместное заявление о борьбе с терроризмом и наркотиками.